Сегодня 30 августа 2020 года я с своими помощниками развожу нефинансовую помощь в преддверии праздника «День знаний» для жителей Красногорска. 25 семей – это жители моего округа, и 5 семей – это жители тоже Красногорска. Эти списки предоставила мне администрация. То есть 30 семей сегодня получат благотворительную помощь от бренда «Баба-Яги». Рюкзак – это письменные принадлежности, а также несколько дисков от спортивно-патриотического клуба «Ярополк», чтобы родители могли ознакомиться с программой клуба и отдать своих детей к нам. Потому что у нас ведь не только единоборство, для девочек много всего есть. Как правило, дети из этих семей – это именно малообеспеченные, многодетные, пользуются большой скидкой, а порой занимаются бесплатно. Добрый день! Здрасте. Мы подарок вам пришли. Помнишь, мы 1 июня к тебе приходили, поздравляли? Да. У вас два набора, так как два ученика ходят в школу. Два рюкзака и, соответственно, два пакета. Тут диски «Ярополк» и письменные принадлежности. Довольно? Какой класс пойдешь? Я в пятый пойду. Тебе 11 лет? Мне 11. Да, а 15 лет? А 15 лет моему брату. Он идет в 9. 9? Кем хочешь стать? Я не знаю. В 11 лет еще не знаешь, кем хочешь стать? Почему? Ну, наверное, врачом, наверное. Ну, как сейчас модное же слово, я хочу стать блогером, нет? Нет. Там даже образование не нужно, учиться вообще не надо. Правильно, учись. Все, давай. Спасибо. Кто там? Здравствуйте, депутат Шабриков вам принес подарки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы уже у вас 1 июня, по-моему, были, правильно? Да, поздравляли, были. Да, да. А от меня, от компании «Галамарт», вот к новому учебному году, два ранца. Держи пакет. Два ранца вам. И, соответственно, два пакетика. Спасибо большое, до свидания. Алла Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как и обещали, маленький презент от меня, от бренда «Баба Яга». Здравствуйте. Это все ваше? Фамилия? Вот это мой, вот это Тарышкина, мой правильно ребенок. Вы? Да, да, Тарышкин, стой, стой, вот стой, да, Тарышкин, да, мы дарим один. Вот, Артем. Да, и постой, стой, стой, и рюкзак получается маленький. Вот, это тебе. Соответственно, и вашей семье, да, два набора у нас, два пакета. Ой, вам спасибо огромное. Да, тут там еще диски от «Ярополка» и два рюкзака, соответственно. На, это, вот. А Маринка дома. Маринка, взрослая. Да. Ну, как я и говорил, нет, 1 июня, спасибо огромное 1 июня, вам, когда конечно. Мы сделали, поэтому... В любом спасибо. Случае, рейды какие-то у нас будут такие благотворительные. Mm-hmm. Следующее, наверное, к Новому году мы сделаем. Наверное, да, к Новому году. Сейчас в ноябре у нас будем надеяться, много мероприятий. Будем надеяться, что бабушка прилетит сюда. Нет, она да, не ребят. Надеется, а она обязательно прилетит. А что да. надо сказать, ребят? Спасибо. Тебе понравилось? Да. Понравилось? Илья Сергеевич, можно секунду прям? Да. Невозможно, я больше не могу. Никто не убирает, видите, полдороги и вот это, никто не убирает. Я уже устала писать, устала жаловаться. Ну вот, когда оперативно мы решали, все было замечательно, правильно? Да. Вообще невозможно, я уже пишу. Давайте к концу недели напишите. Хорошо. Сейчас 1 сентября, у меня все, там я еще поняла. С клубом. Я еще раз, ну а как, приходится только напоминать, как еще делать. Все хорошо, пока спасибо вам огромное. Да, пока нет. Спасибо большое, что не забываете нас, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Александрович. Нет, куда Александр Александровна. Она на работе. Она на работе? Мама. А, вы ее мама? Да. Я понял. Ух ты. А дети-то у вас здесь? В садике. Все в садике. Ну, да. это вот... У это нас я, один ребенок. Я ваш депутат. А, у вас один ребенок. Да. Сколько ему лет? Пять. Вот я... Да, депутат ваш. Угу, делаем сейчас ребенок. Маленькую помощь от бренда «Баба Яга». Да. Вот. Поэтому возьмите, пожалуйста. Пускай ребенок подрастает, тут карандаши, письменные принадлежности, ранец в любом случае ему будет нужен. Да, спасибо вам огромное. Здравствуйте, вы же депутат. Благотворительные рейды делаю, поэтому вам маленький презент от нас к 1 сентября. Это два рюкзака и, соответственно, два письменных набора вот здесь. Ну, спасибо большое за подарки такие первые. Ну, мы периодически это делаем, просто у нас не все списки бывают тех семей, которые нуждаются. В какой колледж поступил? Колледж Сверцук. Кем хочешь стать? Гостиничное дело. Слушай, молодец. Все, соседям вашим передаем. Извините, пожалуйста, я ваш депутат, если знаете, мы сейчас дни знания от компании «Баба Яга» мы вот договорились, раздаем помощь. Ага. Это вашему ребенку. Хорошо, спасибо. А вот этот набор передайте, пожалуйста, соседям, потому что мы созвонились, да, ага. Она ей пожелает. Хорошо. Наталья Николаевна. Так, 1 сентября мы сейчас делаем благотворительную... Красотка, я тебя сразу не узнал. У вас просто не было? Была бабушка, помню, да? Была бабушка, я нравилась. Да. Понравились тогда подарки? Mm-hmm. Вот. Я помню, тогда я задал вопрос, кто я? А вы мой депутат. Да, иди сюда. Я вам два ранца. Вот. Спасибо. И, соответственно, два пакета. Тут письменные принадлежности и некоторые диски о жизнедеятельности нашего клуба. Поэтому ждем тебя на черепе. Сколько тебе лет? Сколько я тебе забыл сказать?
11 лет. В 12 лет ты черлидинг отдайте. В прошлый раз подарки дети остались очень довольны. Прям вот. Большое спасибо. Не, ну чем сможем, тем поможем. У нас просто у меня у каждого помощника закреплен за домами. Они не все, но стараются выяснять, кому помощь в принципе нужна. Да, это депутат Шадриков, Лея. Мы вам привезли подарки. Первый раз видимся, мы помощь делали для защиты детей. Сейчас сделаем к учебному году. Два ранца, письменные принадлежности, а также некоторые... Нам, короче, еще рано два ранца-то. Иначе... Ничего страшного. С запасом, спасибо, как большое. Говорится, берем. Вот от бренда Баба Яга. Там игрушка есть. Да, игрушка. Поэтому хорошо. И диски от спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Я его возглавляю, поэтому... Да, спасибо. Ждем ваших детей. Хорошо, вот. Спасибо. Следующая помощь, надеюсь, будет к Новому году. Хорошо. Хорошо. Это депутат Шадриков Илья, я вам помощь привез. Вы дома? Нет, вы меня извините, меня в поликлинику вызвали с ребенком. Войдите вот в подъезд, вы им отдайте, они нам передадут просто. А Мишкин сказали вам отдать? Знаете, да, их? Как же, меня вышли да. В глазах. А я ваш депутат, если знаете. Не знаю, голосовали вы за меня или нет. Я не знаю, за кого вы голосовали или нет. Смотрите, да, у них два. Все, два ранца и два рюкзачка. Ребятишка, да? Да, это вот они придут, они сейчас выехали в поликлинику, хорошо? Хорошо, хорошо. Все, огромное спасибо. Расписывайтесь, едят? Нет, это от меня лично, поэтому... Когда мои помощники собирали информацию по многодетным семьям и малоимущим семьям нашего округа, нас попросили очень сильно помочь одной женщине, да, она живет одна, вот, детей у нее нет, никого нет, поэтому вот мы сейчас накупили достаточно много продуктов и отдадим ей. А вы одна живете? Одна. Дети есть у вас? Нет, никого, я одинокая. Детей нет? Нет. А давно в Красногорске здесь живете? Я сейчас скажу. С 4-го года. С 2004-го? А до этого где жили? В Москве. В Москве, да. А здесь, получается, получили, да? Нет. Я снимаю жилье. А, помощь сейчас развозим для детей, которые к первому классу. У меня никого нет. Да, вообще. Я знаю. Ну, поэтому мне сказали, вот поэтому вам мы закупили здесь. Это возьмите все. Спасибо. Холодильник у вас есть? Есть. Все, значит, там много чего пригодится. Поэтому... Ой, как много. Вы знаете, как говорится, жизнь много. Дана. И кто бы еще не говорил, что плохо живется, хорошо. Ты депутат такой да. Молоденький. Ну, мне 36 лет. Ой, поэтому я говорю, жизнь, жить надо. В любом случае, это счастье, что мы живем. Какие-то эмоции испытываем, плохие, отрицательные, но мы все равно живем. Конечно. Кто бы еще не говорил там. Спасибо. Люди будут всегда говорить, что им плохо, но я считаю... Я не плачу. Нет. Это самое главное. Нет. Вы в любом случае, у меня прием каждый понедельник, последний понедельник месяца в 8-й школе вот здесь. Помощь дгню. Я Антох сам скажу. Да, да. Потому что мы пересеклись сейчас да. Здесь, да. Пожалуйста, соответственно, да. Чисто случайно. Да. Два ранца. Как рояль в кустах. Да, да. И здесь письменные принадлежности и диски клуба «Ярополк». Я клуб «Ярополк» позволяю, поэтому если хотите ребенку отдать. Угу. У вас сколько детей? Двое? Трое. Мальчики есть? Есть. Сколько лет? 16. Учится который. Так, старше 19. Так давайте к нам. Хорошо. Это вот у вас депутат, я привез вам помощь 1 сентября. От меня лично, и от бренда Баба Яги. Это вашим деткам. Да, да. Спасибо да. Большое. Им еще возьми. Тут письменные принадлежности. Диски правительные клуба «Ярополк». Сколько старше лет? 11. 11. У нас черлидинг есть. 12 лет принимаем, но, в принципе, 11 лет. Может быть, тоже. Поэтому хорошо. Наслаждайтесь. Баба Яга, надеюсь, с Дедом... Ой, Снегурочка с Дедом Морозом, наверное, к 30 декабря тоже придет. Хорошо. Сегодня я со своими помощниками развезли помощь для детей не только моего округа, но и также для семей Красногорска. В общей сложности получилось 25 семей. Огромное спасибо бренду Баба Яга, которая предоставила подарки. В подарочные наборы входил рюкзак и письменные принадлежности. А также от спортивно-патриотического клуба «Ярополк» мы подарили диски. Дети были очень сильно довольны. Я думаю, вы в этом клипе уже увидели их эмоции. Следующую благотворительную помощь мы планируем сделать к Новому году. Всем хорошего дня!